Знаете ли вы, сколько в среднем в день каждый житель нашей страны утилизирует разных отходов? Примерно 1,5 килограмма. Много это или мало, судите сами. Однако стоит отметить, что делаем мы это преимущественно туда, куда положено. Урны, мусоропроводы, придомовые баки для смешанных отходов, скипы. Так называют большие мусорные контейнеры с открытым верхом. Другое дело – приезжие разнорабочие, не имеющие ни стыда, ни совести, ни страха. Интересно, сколько на этот раз мешков возьмут? Уберите. Трое мужчин, которые, как ни в чем не бывало, загружают газель мешками со строительным мусором. В условиях полной конспирации фиксируем погрузку отходов. Рабочие то и дело подозрительно оглядываются, видимо, понимая незаконность своих действий. Уважаемые телезрители, ну все как видите, все как есть. Набив кузов, на скидку тонны строительного мусора, мужчина начинает движение к месту утилизации. Куда именно, согласно букве закона, должен направиться груз, нам рассказал участковый Алексей Гришин. Справки, все документы, они берут Минэкология. Любая строительная организация, объект, либо частное подрядческое лицо, оно должно брать документ там. А куда обычно вывозят? Ну, по закону? Куда будет назначено. Понятно. То есть в Красногорске, в Министерстве экологии, там назначают место, куда они имеют право сбросить это. Да, они перечень сведений дают. Следуем за машиной. На этот раз «Газель» покинула Ленинский городской округ, и вот мы уже едем по территории Домодедовского округа. Наши антигерои подъехали к мусорным придомовым контейнерам в микрорайоне Вострякова и один за другим принялись сбрасывать мешки в неположенном месте. Быстро подъезжаем и фиксируем факт нарушения. Документ на перевод груза есть? Увидев правоохранителей, черные утилизаторы мгновенно сворачиваются, однако факт незаконной утилизации зафиксирован на камеру. Нарушителями оказались граждане Таджикистана, работающие в Московской области по патентам, без указания вида деятельности. Далее все по отработанной схеме. На сегодня наши собственники вывезли строительный мусор в другой городской округ, Домодедовский городской округ. В связи с этим нам пришлось вызвать наряд полиции Домодедовского городского округа. Также итогом будет то, что у нас машину заберут на штрафстоянку, арестуют на 30 суток. Будет вынесено постановление от Министерства экологии. И еще также будет взиматься плата за хранение автотранспорта на специализированной стоянке. Аналогично предыдущим рейдам, участковый оформляет нужные протоколы и изымает транспортное средство, помещая его на спецстоянку. Каким образом «Газель» попала в руки нарушителей, водитель вразумительного ответа дать не смог. По всей видимости, она просто позаимствована. Опять же, в курсе ли собственник, как используется его транспортное средство, вопрос. Однако штрафов и пошлин на сумму свыше 100 тысяч рублей владельцу не избежать. И это не считая простое. Сами же нарушители с ясными глазами утверждают, что понятия не имели о незаконности своих действий. Однозначно, врут. А знал то, что это незаконно вообще вы делаете или нет? Нет. Не знал. То, что вообще документ, сертификат какой-то нужен, с Министерства экологии вообще должны что-нибудь получать. Абсолютное равнодушие у граждан Таджикистана и после вопроса о варварском загрязнении природы. Напрашивается вопрос, может штраф 2000 рублей за тонну отравляющего природу мусора – это ничтожно мало? А вот уголовная ответственность из суммы как минимум 200 тысяч рублей сделают борьбу с нелегальной утилизацией более эффективной. Кирилл Махров, Гульнара Балаева, специально для Видное ТВ. По закону, куда должен?